На кремлевскую елку отправились 54 школьника из Ульяновской области. В состав делегации вошли дети в возрасте от 8 до 12 лет, 12 сопровождающих, медицинский работник и представитель правоохранительных органов. В числе участников – отличники, победители и призеры конкурсов Олимпиад, кадеты, дети, родители которых погибли при исполнении служебного долга. Перед поездкой с делегацией встретился губернатор Сергей Морозов. Дорогие ребята, вы, безусловно, заслуживаете того, чтобы достойно представлять наш прославленный регион, Ульяновскую область, перед всей Россией. Программа поездки предусматривает экскурсии в музей «Экспериментаниум» и в Государственный Дарвиновский музей. Не обойдется и без сюрпризов. Мы сегодня направляем в Москву на кремлевскую елку наших детей. Это 54 ребенка в возрасте от 8 до 13 лет. Из всех муниципальных образований отбирали их по принципу проявивших себя в течение года. Я из Корсуна, еду я на кремлевскую елку. Меня выбрали так, как я очень много чем занимаюсь, у меня очень много достижений. Например, я заканчивала художественную школу, и в художественной школе я рисовала картины, и эти картины выставлялись очень много где. Я еду на елку за шахмат, у меня в шахматах много достижений. Например, я чемпионка России по шахматам до 11 лет. Валерия научилась играть в шахматы в 7 лет. Сейчас девочка уже кандидат в мастера спорта во взрослом зачете. В числе приоритетных задач региональной политики – формирование эффективной системы поддержки развития детей и молодежи. Учащиеся могут проявить себя в различных конкурсах по Всероссийской олимпиаде школьников. Наши победители и призеры получают дополнительное денежное поощрение. Ежегодно также проводится ассамблея талантливой молодежи. Поездка на кремлевскую елку – это еще одна чудесная возможность поощрить юных звездочек региона. Кремлевская елка состоится 26 декабря. Павел Половов, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.